What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way. I will not surrender. I will do my best until I get put under. What if I go stronger? Итак, добрый вечер, господа. С вами, пожалуй, лучший из существующих фаркрайщик всего Руска. И сегодня мы с вами начнем проходить такую замечательную игру, как Blood Dragon. Ставлю одну небольшую ремарочку. Лучше продублировать кнопку F11 на любую кнопку, удобную вам. Так, и конечно же, проверка. Меня же слышно, да? Ответьте кто-нибудь в чате, и мы начнем. Так, да, вижу, меня слышно. Итак, самый главный совет, точнее не совет, а рекомендация, это продублировать кнопку F11 куда-нибудь. Например, я продублировал на мышь. Это нам очень будет нужно практически на протяжении всего рана. Итак, поехали. Ран начинается с создания новой игры. На легкой сложности, конечно же. И раним мы сегодня категорию Any%. То есть прохождение от самого-самого-самого начала и до последних титров. Хоть каким-либо образом. Первые две катсцены пропускаются. И как только мы пропускаем вторую катсцену, как только начинается музыка, мы начинаем наш ран. Мы запускаем таймер. Первая катсцена — это просто автоскроллер. Здесь не обязательно стрелять в кого-либо вообще, кроме второго вертолета. Но, камон, это же так весело. У них так весело разрываются головы. Так весело взрывать этот вертолет.
просто. Ну просто не удержаться. Вот здесь между вот этими двумя зданиями появится второй вертолет, и мы уже заранее начинаем раскручивать миниган для того, чтобы как можно быстрее его уничтожить. Естественно, пропускаем вот этот комикс, потому что он долгий. И вообще, Enter Escape это наши лучшие друзья. Теперь, как видите, мы не можем двигаться от слова совсем, мы не можем ни прыгать, ни пригибаться, ничего. Армейская навигация для чайников. И вот эта катсцена длится не меньше полутора минут. Но для того, чтобы ее отключить, мы меняли кнопку F11 на более удобную. Потому что F11 это наш лучший друг. Это быстрая загрузка. То есть мы нажимаем F11. Ну, я продублировал себе на... с помощью встроенной программы на мышку. Да, так можно и так больше нужно. И вот мы можем двигаться. Дальше. Игра нас заставляет бежать вот сюда, что-то прыгать, бегать. Но мы так делать не будем, мы же спидранеры. Так вот, мы заспавнили здесь. И мы не бежим туда. Мы сразу бежим вперед, перепрыгиваем вот эти камни, потому что я о них часто запинаюсь, ну, бывает. И запрыгиваем на вот этот камешек. Добегаем до упора и перепрыгиваем вот сюда. Это сейвит нам, ну, порядка 2-3 секунд. Дальше. Нам нужно разогнаться и вот так вот проехать вот сюда. Вот этого чувака мы не убиваем ножом, потому что это долго. Мы добегаем до сюда, ухватываем пистолет и просто расстреливаем всех из пистолета. Потому что если мы убьем его ножом, у нас опять же появится обучение. Это долго, это еще секунд 30, в общем, ну нафиг. Вот. Дальше я немножко проморгал момент. Я, с вашего позволения, все-таки сейчас перезагружусь. И объясню, что мы делаем дальше. Вот мы убили первых двух человек. Вот мы пробежали. Перезагрузились, побежали, запрыгнули сюда. Проехались. Нажали Enter. И кидаем туда им гранату. В идеале она может убить всех троих, но если она убьет хоть кого-то, это уже хорошо. ВР в этой игре достаточно суровый. Вот. Дальше. Мы прыгаем сюда, нас куда игра ведет. Но если мы запрыгнем сюда, у нас начнется третье огромное обучение. И, ну, это такое себе, оно длится тоже около минуты. Поэтому мы просто прыгаем вот сюда. Здесь, так. Здесь я немножко объясню, что происходит, да? Здесь я не могу управлять своим персонажем. Я могу только, ну, точнее, я не управляю тем, как он бежит. Я просто управляю им вправо-влево. И вот пока я бегу, мне нужно уничтожить вот этого солдата. И в идеале убить второго солдата. Но если мы не убили второго солдата, у нас появляется... Так, нет, не так. В общем, мы должны убить обоих солдат, как вот этого, так и следующего, до появления вот этой вот плашки. Если она у нас появилась... Если она у нас появилась, и мы не успели убить второго, то мы можем во время ее скипания... В те краткие моменты, когда ее на экране нет, мы можем управлять персонажем. Очень сложно звучит. К тому же я очень хреново сформулировал, но сейчас я все покажу и будет просто. То есть, вот я скипаю эту штуку и чуть-чуть могу двигать персонажем. Ну, не персонажем, а его пистолетом. То есть, вот мы, когда сильно много-много-много скипаем, часто-часто это скипаем. Кстати, плашка надоела. Она последняя. По ней можно ориентироваться.
То есть иногда бывает, что он просто сюда выбегает и проще. Вот так вот, да? То есть мог бы удалить пораньше. И мы его убиваем. Дальше мы хватаем снайперскую винтовку и убиваем вот этого персонажа. Хватаем дробовик и бежим отключать сигнализацию. Сигнализация — наш главный враг, которая фейлит раны на очень сильно. То есть если мы не отключим их сигнализацию, то врагов станет, ну, в два раза больше минимум. И даже техника приедет. Нам этого не надо, поэтому мы отключаем и просто убиваем всех, просто подходим вплотную и расстреливаем с дробовика. Вот они меня чуть-чуть подразбежались, пока я объяснял, но ничего страшного. Нормально. Отстреливаем, занимаемся отстрелом. Вот они так любят прятаться. А еще они любят мешать проходить, потому что у них коллизия у их трупов есть. Здесь добиваем. И вот у нас два последних врага обозначаются вот такими тромбиками. Сюда мы кидаем гранату, потому что он сидит в машине. Дурачок. А вот этого добиваем. Подходим просто в упор и убиваем. Сейчас будет тоже еще один достаточно рандомный скип. Даже, наверное, сейчас... Сначала я буду... Сначала я все объясню, а потом уже... Сначала начну сделать, а потом попробую объяснить. То есть мы пропрыгиваем сюда. Подходим вплотную, кидаем туда гранату. Пытаемся убить всех. Ухватываем на пятерку С4. И убиваем пулеметчика. Что в идеале должно произойти? В идеале, если мы убьем вот этих вот чуваков достаточно быстро, и я даже перезагружу, чтобы вам это показать, и мы убьем достаточно быстро пулеметчика, то игра просто пропустит пробежку спайдера к нам, мы просто перезагрузимся с контроль... Ну, она нам даст контрольную точку, мы с ней перезагрузимся и... И засейвим, ну, наверное, секунд 10. Если это происходит примерно вот так вот. Ага. То есть, ну... Ну ладно, во время показательного рана я попробую сделать это уже более сконцентрированно. А сейчас пока просто покажу, что вот это прям, ну, реально очень долго. Если он еще подойдет к окну. И вот только сейчас появится контрольная точка. Это вообще не прикольно. Еще он решил постоять, подождать. Тебе туда. Кошмар. Дальше мы спускаемся вниз. Кидаем гранату туда, чувакам наверх. Стреляем в бочку, чтобы убить вот этих двоих. И бежим подключать сигнализацию. Потому что сигнализация что? Правильно, наш главный враг. И дальше мы просто зачищаем территорию. Стараемся подбегать как можно ближе к врагам вплотную. Потому что дробовик на дальних расстояниях такое себе. Так, вот мы кинули гранату наверх. У нас не получилось убить вот этого персонажа почему-то. Возможно, мы просто долго стояли, возможно, еще что-то, но бывает. И поэтому добиваем его вручную. В идеале они должны оба умереть. Там стоит два человека, они должны оба умереть с гранаты, которые мы им туда закинули. Берем бронежилет, берем взрывчатку, пополняем патроны, берем кредиты. Они нам не нужны, но раз уж они лежат, почему бы и нет. Спайдер, ты что? Ты где, Спайдер? Родной, что с тобой случилось? It's never happened before, и вот опять. Да, эта игра любит козлить, как, в принципе, любой Far Cry. Она любит выдавать странные вещи. Ну, ладно. Нам же лучше. Берем, подбираем патроны здесь. Зато покажу еще раз, да? Ну, как бы обучение же лучше. Здесь быстро пробегаем. Вниз. Кидаем наверх гранату.
Стреляем в бочку. Отключаем сигнализацию и уже добиваем всех вручную. Так, вот. Теперь он побежал. Отлично. Также рекомендуется встать вот сюда, потому что спайдер любит время от времени сюда вставать и тупить. Он очень любит, видимо, этот угол, потереться в него, не знаю. И наша задача это пропустить. Ухватываем мины. Спидранер не может не скипать диалоги, потому что он спидранер, увы. И закладываем мины вот сюда. Сюда. То есть отсюда у нас будут выбегать враги. И вот сюда. По поводу сюжета игры. Чёртовы спидранеры. Да, мы такие. По поводу сюжета игры, что тебя интересует? В формате серии или в формате отдельно взятой игры? Если я зачем-то кинул гранату, я случайно, если нужно кидать ему было коктейль молотого. Кидаем сюда. Здесь вообще достаточно рандомное место. Здесь нужно бегать по спаунам, стрелять их, и чем... Эта миссия неожиданно не на таймере, а на... Она повешена вот на вот этих врагов. То есть чем быстрее... Чем быстрее мы их убьем, тем быстрее... Мешает договориться, уроды. Чем быстрее мы их добьем, тем быстрее закончится вот эта локация. Blood Dragon относится к серии. Более того, он даже входит во вселенную Far Cry. Все 8 компьютерных игр, которые на данный момент существуют, входят в одну вселенную. Да. Вот у нас там появился пулеметчик. Мы его убиваем либо C4, либо молотом. У нас осталось 2 врага. Продолжения или прикола к Blood Dragon нету, это да, но как ты можешь заметить, вообще все части Far Cry, они сюжетно между собой не связаны. Они, их объединяет только одна вселенная. Ну, кроме пятерки New Dawn. Подбегаем, убиваем, подбегаем сюда, тем не менее. Enter, Escape. Как можем. Вот, а Blood Dragon в формате серии является сериалом. Так вот. Пока у нас был черный экран, но появился. Но появилась мини-карта, мы уже можем двигаться, и, соответственно, мы чуть-чуть экономим времени. Не так, как я, а действительно, и бежим вот сюда. Сюжет Blood Dragon. Мир после ядерной войны. 2007, кстати. Сентябрь сгорел. 2007 год, ближайшее будущее, после ядерной войны, и вот появились, в общем, такая история. В общем, эта вся игра, это пародия на боевики 80-х. То есть вот здесь, как можно заметить, основная сюжетная линия, персонаж, там все вот это вот все дела, это пародия на Робокопа и на Терминатора. Здесь даже заглавная тема похожа. Вот. Дальше мы очухались, как только появился вот этот белый кружок на экране, мы сразу бежим вперед и прыгаем, потому что это быстрее. Ружбайка из Терминатора 2 это да, но пистолет это AGM, по-моему, это пистолет именно Робокопа. Просто он у нас, видимо, не настолько популярен, как Терминатор, поэтому не все помнят. С
Стандартный сюжет, где ученый помогал людям, а оказалось, помогал злым. Ну, в принципе, да, только не оказалось, а его заставили. Что генерал Слоун сошел с ума, с которым мы боремся. Что он хочет захватить мир при помощи крови кровавых драгонов. Да, да, все оно так. Стандартнейший сюжет. Здесь мы можем двигаться также. Мы не крадемся, мы рвем на всех парах. На драконов нам абсолютно наплевать. Бежим, прыгаем. В этой игре нет падения от урона. То есть совсем. Поэтому мы этим успешно пользуемся и бежим. Подбираем С4, кидаем. Чуваков убиваем их. И кидаем в снайпера наверху. Иногда, очень редко, его можно убить. Этого быть здесь не должно. Иногда, очень редко, его можно убить с первого взрыва, но не всегда. Прыгаем сюда и чуть-чуть отходим влево, потому что если вы можете перепрыгнуть триггер, и у вас миссия провалится. Ну, такое тоже бывает. Заходим в базу, и здесь разные стратегии, но я покажу свою. То есть я подбегаю, отключаю уже сигнализацию, и уже потом начинаю заниматься отстрелом. Кстати, неожиданно хорошо я почему-то. Ну где вы, ребятушки? Все, нет. Так, отстреливаем всех и бежим вот к этому... к этой двери. Подходим, нажимаем Е и опять пропускаем кат-сцены, точнее комикс-сцены. Дальше мы бежим к терминалу или что это. Даже зажимаем Е и берем задание на спасение этой головы. Берем и бежим по, ну, на, собственно, на ромбик. Если нет, ничего сложного. Вообще, да, на самом деле, эта игра достаточно проста в плане спидрана. И сейчас, наверное, не все поймут отсылку. Но, тем не менее, эту игру я бы реально посоветовал. Если вы хотите начать спидранить, но не знаете, с чего начать, вот, наверное... Blue Dragon — это очень хороший вариант. Тем временем мы убиваем вот этих вот злых чуваков. И подходим к ученому, который никогда не хочет с нами разговаривать. С ним есть такая проблема, что с ним можно повзаимодействовать, только когда он... Давай. Только когда он к нам лицом. Но даже и так он не всегда хочет. Вот. Он никогда не хочет разговаривать, он очень неболтливый. И это проблема. Так, и что один спидранер ответил? Мне очень интересно. Так. Здесь мы скипаем, перемещаемся на базу. Здесь иногда бывает. Здесь раньше люди просто прыгали вон туда за забор. Ну, просто по приколу. Вот, но я рекомендую этого не делать. Рекомендую вернуться как можно ближе к базе. Потому что иначе у вас вот эта освобожденная база будет закрыта вот этой вот плашкой. И придется вам что-то тыркать туда-сюда, убегать. Ну, пытаться найти этот значок. И, ну, это очень некрасиво, а так... Мы подбегаем, он у нас уже торчит, и мы просто не ущелкаем. Вот. Спидранить стоит ту игру, которая вам нравится, иначе вы потеряете интерес и желание. Да, безусловно. Но если есть желание начать спидранить, но нет осознания, какую именно игру, то вот мой пример. Так, дальше. Здесь очень долгий диалог, поэтому мы можем просто дойти, например, до сюда, взять аптечку или деньги. Хотя зачем нам деньги? Взять гранаты, и вон там есть патроны где-то внизу.
Вот, когда вот у нас появилась большая плашка, нажимаем на Enter, и сразу мы должны быть уже здесь. Здесь выбираем оружие. Вот как раз пистолет, который отсылка на Робокопа. Быстро покупаем пистолет-глушитель и заменяем лук на автомат. Потому что автомат Фазертрон — это самое худшее оружие, которое есть в игре в принципе. Оно абсолютно бесполезное. Оно абсолютно ненужное. И лук намного-намного лучше. Даже при... Ну, особенно при условии того, что нам сейчас очень нужно будет тихое оружие. Берем лук и бежим вот сюда и направо. По поводу стандартного сюжета, ученые потом вроде вешаются потом на ГГ. Да, именно так. Я же говорю, это пародия, причем с очень хорошим таким даже юморком. Очень приятно в нее поиграть. База, окей. И здесь просто бежим прямо вот туда, вперед и вдаль, на треугольничек на мини-карте. По поводу игры, это одна большая пародия на... Такая ностальгическая очень пародия на фильмы, боевики 80-х, 90-х. Поэтому сюжет здесь тоже соответствующий. Ну и юмор здесь тоже присутствует. Такой саркастично черный местами. Но он очень классный. Вообще игра достаточно неплохая. По-моему, к ней не было претензий на выходе. От слова совсем. Здесь вот мы пробегаем вот эти руины, потому что, как бы, ну, там... Там яма далеко, и вообще нам не туда. Здесь прыгаем, пытаемся упасть рядом со скалой, потому что иначе у нас проиграется анимация падения, она тоже занимает какое-то время. А игра недолгая, ну, очень, очень некрасиво. Здесь прыгаем, подходим к значку. Да, вот это вот тоже очень раздражает. Вот есть два раздражающих момента в этой игре. Оба связаны с прыжками. Один, когда ты случайно бежишь, ну, естественно, прыгаешь, потому что так быстрее, это некое подобие стрейфа. И забираешься случайно на какую-нибудь хренотень, типа вот такого ящика. И вторая... Раздражающая вещь — это убийство сверху, когда ты бежишь, прыгаешь и случайно падаешь на какого-нибудь врага, чтобы его убить. Ну и Рекса убивать. Здесь мы прыгаем сюда. То есть, естественно, мы до конца диалога уже должны быть здесь. Пробегаем. Берем патроны. Пополняем запас, берем C400. 4000, прошу прощения. Есть путь сейвовый, то есть вы просто выходите сюда и бежите туда дальше. Вот. А есть путь, который экономит секунд 15. Это такой скип из разряда да-да, нет-нет. То есть, ну, если он не получился, то не стоит его делать еще раз. Просто падайте туда и делайте стандартную строту. Вот. Во-первых, нам нужно добраться вот на эту платформу. То есть, во-первых, мы можем допрыгнуть сюда, вот отсюда. Попробовать разогнаться, допрыгнуть. Либо, как это делаю я, залезть вот сюда. Здесь есть такие травянистые уступы. И по ним уже допрыгать аккуратненько. Я сказал, аккуратненько допрыгать до платформы. Вот сюда мы должны попасть. И наша задача сейчас прыгнуть вот на вот эти уступы. Спасибо. Я попробую сейчас это сделать. Если со второго, с третьего раза не получится, то как бы, ну, и хрен бы с ним. Забегаю. Заходим сюда, прыгаем. Закарабкаемся на платформу. И пытаемся запрыгнуть вот сюда, да. Получилось. Даже чуть-чуть выше, чем надо, но тем не менее. И мы падаем сразу сюда, бежим закладывать дальнюю, самую дальнюю мину. Вот.
Своего остроту я, с вашего позволения, покажу, когда я буду бежать уже сам ран. Дальше спрыгиваем вниз, потому что, ну, как бы высота нам не помеха. Что, кстати, очень мешает в других частях Far Cry, когда их ранишь. Порой забываешься и начинаешь падать. Ну, там есть свои вещи, ничего страшного. Вот, закладываем взрывчатку. И за счет того, что нам... Да, потухни. За счет того, что мы уже заложили бомбу наверху, нам не нужно туда сейчас бежать, и мы сразу прибежим и сразу их все взорвем. Вот. То есть нам не нужно бежать туда, мы сразу спускаемся и зажимаем ЛКМ. То есть нам не нужно будет ее именно нажать, нам именно нужно ее иметь нажатой. То есть вот, поскольку она была нажата, все сразу произошло. Прыгаем вот сюда. Здесь аккуратно прыгаем по лестницам. Если мы очень хорошо прыгаем, мы можем успеть обогнать спаун вот этих вот огнеметчика и двух человек. И, соответственно, они нас не подожгут, мы не потратим время на анимацию. И просто пробегаем сюда. Нажимаем. И здесь небольшая передышечка. Всего лишь американский киберсолдат, модель Марк 4. Ладно, тогда помогите мне попасть к реактору, чтобы выключить его. Я ведь не киберсолдат. Что? И здесь... Включим словно свет. Круто, когда поясняют, как друг мой, это есть обучение. Я сейчас объясняю, а потом побегу, собственно, ран. Вот. Если надо, вот здесь есть аптечка, деньги. То есть, ну, вор, да. Дальше нам нужно убить вот этого чувака из лука с первой стрелы. И вот этого персонажа надо убить из лука. Потому что иначе они вызовут. Нажму сигнализацию. И будет очень плохо. Так, дальше спрыгиваем, как вы уже видите, вот сюда. Пробегаем, отключаем сигнализацию и идем убивать всех, кто остался. Сначала верхних двух. Да, здесь всегда два сверху. Вот этот обычно не убегает. И два снизу. Так. Сейчас... Сейчас очень важный момент, когда мы убиваем туда персонажа, нужно также вовремя нажать на F11. То есть раз, контрольная точка, и мы нажимаем на F11. Таким образом мы, естественно, скипаем там несколько секунд диалога и ожидания инженера, когда он добежит сюда. Дальше. Также убиваем вот этого чувака. И вот этого. Выхватываем C4 и бежим очень быстро, потому что у нас нет ни секунды на опоздание. Отключаем сигнализацию. Кидаем наверх C4. Убиваем там огнеметчика, который очень медленно идет, его надо еще потом пытаться отловить, еще чего-то сделать, в общем, ну его нафиг. И убиваем оставшихся. Да, умри уже. И убивать оставшихся вот здесь чуваков. Также рекомендую здесь взять из них киберсердца, они нам понадобятся чуть-чуть попозже, примерно через полчасика. Вот у нас инженер добегает до верха, мы взяли два сердца. И уже поднимаемся наверх. Пока перезаряжаемся. Туда-сюда. Берем взрывчатку. И ставим сюда с миной. Ждем также строчки. Контрольная точка. То есть ее нужно нажать прямо вот как только она появилась. И сразу ее надо нажать. Потому что это экономит, ну, буквально там секунды две. Вот, инженер говорит свою фразу, появляется контрольная точка, и мы перезагружаемся. То есть, если... Вот, скорее всего, именно для этого мы поместили F11 на мышь. Я поместил. Потому что, ну, так просто быстрее. Дальше. Ждем, пока инженер убежит, и ставим мины. Одну вот сюда. Одну вот сюда.
И одну вот сюда примерно. Надеемся, что мы их поставили правильно. Если мы их поставили правильно, то таким образом мы скипнем. Ну, моментально убьем первую волну врагов. У нас вот оттуда поплывет не одна лодка, как должна, а сразу три. Берем здесь миниган, бронежилет, все, что надо. Дожидаемся вот этой фразы и ныряем вниз. Отключать шунты. Как только слово поиск, нажимаем N, нажимаем E. И отключаем три шунта. И подменяемся обратно к инженеру. На белом коне, да. Очень интересная у него клавиатура. Есть подозрение, что это тоже какая-нибудь отсылка, но не важно. Так, выпала лодка номер 1. Да, выпала лодка номер 2. У нас получился этот скип. Если поставили правильно. Взрываем лодку 2 и взрываем лодку 3. Взорвись уже, что это жалко, что ли? И кидаемся туда немножечко гранатами. Так, вот этого персонажа мы зажимаем. Хотя можно просто сделать вот так вот, потому что против них единственное оружие — это коктейль молотова. Против огнеметчиков коктейль молотова не помогает, у них иммунитет. Так, я пропустил четвертую лодку, вот она, мы ее тоже убиваем. Убиваем. И добиваем вот этого молодчика. Так, вроде бы они кончились, бежим к инженеру. Да, то есть, как только вот эта штука опустится, то есть мы сейчас обогнали сюжет, видимо. Вот эта штука должна опуститься, когда мы всех убьем. То есть мы тупо ждем, когда она опустится. Пока берем патроны именно к минигану, это важно. Берем аптечку, если надо. И подходим сюда в упор. Готовимся зажать Е. Потому что, ну, такое задание. Вот, бьем реактор. И вот до тех пор, пока у нас не появится плашка, что типа миссия выполнена, и что и музыка не сменится, мы не можем перемещаться на базу. Вот поэтому пока что мы ждем, просто собираем киберсердца. Вот, появилась надпись «Один удар», сменилась музыка, и мы перемещаемся обратно на базу. Выхватываем лук и бежим на левый выход, примерно туда же, да даже не примерно, а именно туда же, куда мы бежали освобождать яйцеголового, наверное, 10 минутами ранее. 10 минутами ранее. Здесь прыгаем, пытаемся распрыгаться, если это можно так назвать. Бежим вперед, бежим, бежим, бежим. Дальше прыгаем. Сюда здесь, в принципе, можно заниматься чем угодно, пока нам дверь не откроют, но я предпочитаю сделать вот так вот. Запрыгнуть сюда. Сделать вот так вот. И уничтожить врагов. Я чуть-чуть попозже. Годзилла, кстати, лишь в начале появляется. Нет, они тут появляются достаточно часто. Вот. То есть мы попадаем в центр Хаузера.
Вот эта кнопка не, вообще не всегда хочет нажиматься с первого раза. Звуки пробила. Я играю на старой офисной клавиатуре. Встань. Дальше бежим вперед. И вместо того, чтобы бежать, спускаться по лестницам, сразу прыгаем вот сюда. И кидаемся гранатами. Кидаем гранату одну туда. И одну туда. И надеемся, что мы попали. А, ну вот. Встанет меня. Я хочу именно попасть гранатой туда, да? Да, попали. И сразу бежим вперед. Не была Драгон, а именно Годзилла. А, друг мой, не знаю, я не видел здесь Годзиллы. Возможно, ты что-то по-другому под этим подразумеваешь, но... Ладно. Здесь прыгаем и надеемся, что внизу никого нет. Чтобы вот эта анимация не проигрывалась. Она на самом деле очень раздражает. Дальше выхватываем пистолет, бежим сюда. И вместо того, чтобы ждать эту штуку, мы просто прыгаем сюда и надеемся, что мы вот так вот пролетаем через вот эти поручни. Если вы играли в Майнкрафте в дропперы, то я думаю, вы меня поймете. Берем огнемет, нажимаем. И бежим вперед. То есть пока мы бежим, можно прыгать. Вот до сюда. И вот здесь они очень неудачно стоят, здесь приходится просто пробежать. Это чуть медленнее, но как бы ладно. Так, здесь просто поджигаем яйца, пытаемся потратить как можно меньше топлива. У меня однажды почти получилось уничтожить все 4 кладки с одного бака. Так что я думаю, это в принципе возможно. Так. Стараемся. Так. Также, конечно же, нужно знать карту. Нужно знать, куда бежать. И вообще эту игру я рекомендую пройти. Кто в нее не играл. Она шикарна, особенно если вы любите шутеры. Она проходится буквально за 2-3 вечера. Сэмпай отвечает мне. Вообще-то я сегодня ван-ван. Сэмпай, это... Ты... Перепутал немножко время. Так, здесь поджигаем. Надеемся, что нас не убьют. Ага, все, мы делали. Где лифт? Чуваки, где лифт, раннер? Я учу, я забыл, где лифт. Кошмар. Она проходится за 8 часов максимум, даже на 100%. Да, да, именно так. Спидран 100% занимает менее 1,5 часов. Там типа час 27, 20, час 23, что-то такое. Смотрим, как эпично опускается лифт и выхватываем миниган. Сбиваем с него вот эту намордник, что это, я не знаю. И стреляем ее в фиолетовое пятно у нее на брюхе, потому что это ее болевая точка. Точка G, я не знаю. Кидаемся кибер сердцами для того, чтобы отвлечь драконов. И убиваем ее. Умри уже, что-то жалко, что ли. Если нужна аптечка, как, например, мне сейчас, то вот здесь вот есть одна висит. Тигр? Какой тигр? Не знаю. Вот. Можно, в принципе, просто убегать от этой... От этого дракона, но я рекомендую его убить, потому что за каждое убийство нам дает... Каждое убийство нам дает опыт. Каждый опыт нам дает новый уровень. А как вы знаете, в новых Far Cry'ях есть система... умений. Но в отличие от остальных частей в Blood Dragon, ты умения не выбираешь сам, они тебе даются сразу.
То есть каждый уровень дает тебе определенное умение. И каждый второй уровень дает тебе дополнительную ячейку здоровья. А поскольку мы спидраним, то дополнительная ячейка здоровья, она, ну, она, в общем, вообще не лишняя. Вот и поэтому мы убиваем здесь дракона. И также стараемся убить здесь тех, кого вот здесь вот найдем. Тигра оседлываем про лазерные пушки, все дела. Ну, это, братан, это самый-самый конец. То есть, подожди 20 минут, мы там будем. Вот. Здесь вот убиваем этих чуваков, взрываем, потому что взрывы это опасно. Взрывы это всегда было классно. Сорян за спойлер. Игре 5 лет. Какой спойлер? О чем-то. И к тому же там не тигр, так что это не спойлер. Вот. Дальше отворачиваем пушку сюда. И просто едем вперед. Чуть-чуть маневрируя. Один раз я умудрился сломать здесь игру. То есть я просто врезался в опору, и у меня машина медленно-медленно начала крутиться в воздухе. Прям со мной внутри. Это, конечно, было очень весело, но... Но у меня тогда было хорошее время, хороший таймсейф, и это немножечко меня обидело. Дальше. Enter Escape. Все как стандартно. Вот. Дальше. У нас есть лук, да? Классно. Дальше. Пойти, мы должны бежать вон туда. Вот так вот там пробегать по берегу, что-то проплыть. Еще что-то сделать, но мы побежим совсем по прямому пути. И вот у нас есть... Вот у нас есть три... А, спасибо, можно уже покажу? Вот у нас есть три красных столпа. Вот. И наша задача бежать именно к средним. То есть, ну, потому что, когда мы начинаем отсюда бежать, у нас нет маркера на карте, и мы просто не знаем, куда бежать. Вот, надо ориентироваться вот на вот этот вот средний. Минус ВР. ВР здесь очень сложный, и я его в ближайшее время не побью. Да, не обращайтесь ни ко мне. Дальше бежим прямо. Бежим, бежим, бежим. Пробегаем это дело. Это все еще интереснее, чем теннис, который был на ЕСе. Ну. Потому что здесь хоть что-то происходит. Бежим. Не обращаю внимания на врагов от слова совсем. И сейчас будет миссия, которая очень достаточно спорная. То есть у нее достаточно противное начало, полет на дельтаплане, который будет сейчас. Потом просто пробежка из точки А в точку Б. Потом с точки Б в точку С. И потом битва с двумя драконами. Именно для которых мы и брали киберсердца, чтобы их отвлекать. Так, нажимаем Enter. Пытаемся маневрировать, чтобы они там нас чуть-чуть не... Как можно меньше нам дамага наносили. Вот, особенно снайперы. Вот и теперь мы просто летим. Чуть-чуть подправляем себе. Вверх, вниз, слева, право, как надо. Вообще, я предлагаю сделать дельтаплан таким символом серии Far Cry, потому что сколько я спидранов не смотрел, везде он очень сильно помогает, очень сильно спасает. Что в первой части, что в третьей, что здесь, что в четвертой. Остальных, я полагаю, тоже есть. Здесь ныряем. Вот если вы упадете здесь, я сейчас попробую не упасть, но тем не менее. Вот внизу есть аквабайки. На них можно продолжить ран, если вы не сгорите. Так. Угу. Так, я сейчас сделаю очень... Вот здесь, кстати, чувак с ракетницей, это единственный чувак с ракетницей в игре. То есть ракетницы больше ни у кого нет.
Так, здесь мы падаем. Приближаемся к воде и чуть-чуть так рихтуем на кнопку S, чтобы мы могли сделать примерно вот так вот. Ай. То есть, ну, я при определенной сноровке мы можем сразу подняться на второй этаж, долететь на дельтаплане. Вот. Дальше прыгаем по ящикам. Слушаем мой замечательный пробел. Так, здесь нажимаем на Enter и выползаем сквозь окошко сюда прямо. И дальше у нас начинается просто марафон. Подбегаем сюда. И прыгаем прямо вплотную к стеночке. Для того, чтобы мы, я уже это объяснял, но тем не менее, чтобы мы скипнули анимацию падения, как он эпически встанет на колено, там, вот эти все дела. Дальше просто бежим на зеленый маркер, как достаточно легко. Особенно если запомнить маршрут. Так. Ага, нас не подожгли, ладно. Если надо, вот здесь лежит. Здесь лежит бронежилет, аптечка. И просто пробегаем. Пробегаем. Вот здесь вот не прыгаем, потому что иначе можно напороться на анимацию. И это очень сильно раздражает. Вот. Но многие, кто ранит эту игру, вообще признаются, что они ранят чисто из-за музыки. Так. Дальше берем боеприпасы и пополняем именно огнемет. Ой, огнемет, говорю. Пулемет. И бежим, встаем сюда. И просто ждем. Пока у нас 2 минуты идет, вы можете позадавать мне какие-то вопросы. Я постараюсь ответить. Только не надо спрашивать, какая лучшая серия Far Cry, какая лучшая часть серии. Я на этот вопрос отвечать принципиально не буду. Категория Far Cry Triple Dragon. В смысле категория? Категория, а не процент. А, у игры внутренний таймер есть или нет? Очень хороший вопрос, спасибо, что мне напомнил. Да. А вообще, как бы есть таймер RTA в этой игре, и есть таймер IGT. То есть мы... лидерборд стоит по таймеру IGT. То есть мы просто в конце игры, вот у нас есть некоторое время игры, мы в конце игры будем смотреть на вот этот таймер, и какое время там будет, такое время мы отправляем на лидерборд. Но, если мы умираем, или, например, если мы выходим в главное меню и заходим обратно, вот этот таймер, он становится неправильным. То есть он так криво работает. Он очень криво, он так себе работает, он... Наверное, я не буду как объяснять, в чем проблема, но, в общем, если вы умираете, то вот это время становится невалидным, и можно просто ресетать. Вот. Да, поэтому ран должен быть без смертей. Как бы такая вот фигня. Комьюнити достаточно молодое. Прям. То есть, как комьюнити мы образовались года, наверное, полтора назад, поэтому еще не все правила точно сформированы, еще ведутся споры о том, какие категории нужны, какие не нужны, как отсчитывать время, поэтому вот пока что так. Пока что время отсчитываем вот таким вот образом. Вот. Какая худшая? Консольная. Худшие части консольные, потому что, камон, шутер на консолях. Ребят, ну куда это? Как это вообще возможно? А из ПК-версии, не знаю, мне кажется, нет худших частей. Есть те, которые как-то выделяются. Есть те, которые, ну, очень не так себе эксперименты, но в целом плохих частей в серии нет. Дальше выбегаем, бежим. Теряемся, это обязательно. Также бежим до точки С.
Здесь пару раз прыгаем. Для того, чтобы... Вот здесь тоже пару раз прыгаем. Для того, чтобы вот этот персонаж у нас успел отойти. И мы обошли. Здесь, по идее, мы должны вот так вот бежать прямо. Но мы не будем. Мы прыгнем вот сюда. Вот так вот. Прыгнем вот сюда. И это тоже небольшой скип. Вот и просто бежим дальше. Здесь подбегаем, как только подбегаем к лифту, сразу ухватываем пулемет. И надеемся, что эти два дракона окажутся вдалеке от нас. Потому что драться с двумя драконами сразу — это суицид. Надеемся, что мы их убиваем сразу. И надеемся, что у нас получится хорошо с ними подраться. Так. Ох. Как там правильно? Ай-яй-яй-яй, да. Ай-яй-яй, чуваки, ай-яй-яй-яй. В общем, стратегия такая. Отвлекаем киберсердцами и убиваем их. Пока они нас не видят. Ох. Очень плохо подрался я со вторым драконом. Не отвлекают эти чуваки с молотом. Вон. Хилимся, надеюсь, что я не умру. Ай-яй-яй-яй. И теперь уже можно не беспокоиться про патроны. Потому что с этого момента нам они не нужны. То есть, если вы раните any percent, с этого момента уже можно забить, в принципе, на патроны, потому что они нам не нужны. Вот, дальше бежим. Не обращая внимания на огонь, просто добегая. Вот. Здесь мы бежим примерно туда же, куда мы бежали на дамбу, то есть в эти же ворота. Но мы бежим не туда, мы бежим прямо вот по этой дорожке. Дорога изумрудная, мы идем дорогой трудной, мы в город изумрудный. Вот у нас примерно так же. Вот бежим на вот эти вот два столпа, то есть наша цель находится прямо аккурат между ними. Просто бежим, бежим себе, бежим. В этой игре мы не пользуемся транспортом, ни в any проценте, ни в 100%, потому что, ну, вот посмотрите, здесь карта мизерная, абсолютно очень маленькая карта, и передвигаться пешком по ней намного быстрее, чем искать автомобиль, пытаться проехать по этим вот горам, по ландшафту, туда-сюда. Просто пропрыгиваем, не обращая внимания на то, что нас кто-то видит, нам вообще по боку. Снайперы могут идти тут глубоко и надолго. Бежим, прыгаем, бежим. Пытаемся приземляться рядом со скалой. Добегаем, и все. Можно еще взять вот здесь вот контейнер. Нам деньги не нужны, но как бы вор, да? Вор наранили. Готовимся сразу нажать на Enter, кстати. Enter. Вперед. И сейчас очень важный момент. Здесь такой некий раннинг глич, так называемый. Нам нужно нажать на Shift, как только мы появимся. На Shift и на V. И бежать справа. Таким образом мы... Вот вы видели, я бежал. Вот. Таким образом мы будем передвигаться намного быстрее. Бежать нужно право, потому что слева у нас вот. Как бы она нас остановит, и будет очень плохо. И вы будете двигаться вот так вот медленно, отвратительно. То есть я понимаю, в антураже игры это эпик, все дела, но для спидрана это очень такое себе.
Как бы это сейвит тоже на секунд 10, наверное. Точно. Сбежим. По-хорошему, мы уже до добежали. Берем пистолет, и нам дают нормальную скорость, слава богу. Здесь нам нужно просто знать спавны врагов и четко стрелять по головам. Здесь трое. О, и дали. Это я так и хотел. Да, я так и хотел сразу в голову попасть всем троим. Это не случайность. Это я просто скиллую чувак, да. Верьте мне. Стреляем по головам. То есть примерно, примерно то же самое, что и в начале. Только без ублюдского фразертрона. Ну, который автомат. Если б я задумал. Здесь опять же все зависит от вас, чем быстрее вы их убьете, чем вы четче стреляете, метчее, чем что все попадает. Так, вот я специально их ничего, я их сейчас специально не убиваю. А суть в том, что мы должны их убить именно выстрелом в голову, да? То есть вот у нас остался. То есть вот у нас остался вот этот чувак. То есть если мы его вот так вот подожжем, он у нас загорится, но у нас не умрет. То есть, соответственно, нам нужно стрелять именно ему в голову. Вот мы всех убили, и теперь можно уже подходить к этим дверям. Самое неприятное оружие, это именно этот пистолет, с ним сложнее всего стрелять. Дальше пробегаем. Здесь достаточно все линейно и просто. Подбираем дробовик. Смотрим, что у нас 24 патрона. Радуемся. Стреляем, узнаем, что он стреляет по 2 патрона за раз. Да, первыми нужно убивать именно чуваков с молотами, потому что они очень сильно раздражают и не могут поджечь. И очень много времени у вас украсть. Как вы видите, я пытаюсь приседать и стрелять разным. Я пытаюсь приседать и выстраивать их в некую такую линию. Это все для того, чтобы. Ну, с приседа просто проще попадать именно в голову. А сюда, если их собрать в кучку, в линию, чтобы дробовика убить сразу несколько. Вот у нас чувак с молотом, мы его сразу же убиваем, потому что он был мудак. Тема. Вот так вот эта паскуда всегда прячется. Да, вот так вот их можно по несколько штук отбивать сразу. Всегда остается одна сволочь. Желательно, конечно, к концу уже этой волны подходить сюда. То есть я сейчас очень плохо подрался на дробовике. Вот. Надо уже бежать сюда. Здесь есть одна достаточно опасная острота. Я вам ее сейчас покажу. На этой волне. Да, если надо, вот здесь вот лежала аптечка, как видели. Здесь, опять же, ждем, пока эти чуваки устраиваются в линию, и добиваем их вот так вот. Здесь просто это достаточно просто, я не уверен, что это нужно вообще объяснять.
Они меня очень плохо зажали. Это просто отвратительно. Типа, ну как бы фу. Позор. Че, чуваки, казуала посадили? Вот теперь у нас приготовимся к сложному скипу неприятным. В общем, суть в чем скипа, я уже сейчас начну объяснять. Сейчас у нас появится вон там пулемет, и вокруг этого же пулемета появится очень-очень-очень много вот этих зомби. Да? То есть вот. Наша задача, не зачищая вот этих зомби, просто добежать сразу сюда к пулемету, взять его, получить контрольную точку и перезагрузиться. То есть, как вы видели, я сейчас чуть не умер, поэтому это достаточно такая не самая приятная страта. Чего у меня там уже нету? Ничего. Здесь просто пытаемся попадать им по головам, если ничего сложного. С приседа, потому что мне так кажется, я попадаю по головам достаточно лучше. Здесь ничего сложного в этом нет. Также можно чуть-чуть продвигаться вперед. Также здесь сейчас будет раннинг, еще один раннинг глич. То есть, если вы сейчас видите, я замедлился, но почему-то иногда рандомно игра здесь не замедляет, и она также дает добежать вот до сюда. А где таймер? Таймера пока нет, это пока что обучение и объяснение самого рана. Подожди, нам осталось буквально 5 минут, и будет полноценный ран с таймером, со всеми делами. Все как надо. Крепись. Сейчас все будет. Получили луч смерти, лучшее оружие. Вот пока идем вперед, вот, если у вас мало ХП, нужно подлечиться, пока у нас всякое. Просто идем вперед. По сути, это один такой большой автоскроллер. Жду. Жди, братан. Сейчас иду. Вот нам дали возможность бежать. Мы подбегаем к воротам. И как только начнем, ну, как только уже подбегаем, мы начинаем их уничтожать. То есть, чтобы оказаться у ворот, как только они взорвались. Потому что как только ворота взорвутся, здесь никого не будет. И мы можем пробежать спокойно, быстро, прыгая, ни на кого не упадая, не убивая сверху. И все такое. Вот. Это тоже чуть-чуть скипает. Пробегаем вперед. Прыгаем, пока никого нет. Потому что прыжки сверху это очень раздражает. И здесь мы не бежим вот сюда. Мы бежим наверх, на лестницу. И очень важный момент, на котором я очень часто запарывался. Не жмем здесь вперед, потому что вы иначе пойдете, просто жмем пробел и влево, и уже просто пробегаем. Обязательно ломаем себе руку вот таким прокручиванием и уже просто бежим вперед без остановки, пытаясь ни на кого не попасть, пытаясь никуда не залезть, просто бежим вперед к, как его назвали тут полчаса назад, тигру. Продвигаем. Дверь, эта дверь, она сама не открывается. Здесь нужно нажать на Е. Это что еще за хрень? Я дракон ударный ракетно-артиллерийский.
Твой луч смерти контролирует мой мозгоблок. Значит, ты мой наемник. Ну, здравствуй, красавец. Я оснащен гидравлической пушкой Террор 4000 и покрыт титановой броней. Ну что ж, пошли покатаемся. Ну и, в общем-то, на этом все. С каким-либо обучением нам осталось только дождаться титров, пострелять, поразвлекаться, как вначале, и дождаться титров, пропустить катсцену и нажать на последний сплит. В принципе, эта катсцена идет около минуты или полутора, поэтому если вдруг очень хочется отойти во время раны, прям вообще ну, не, никак, можно отойти здесь. Также, опять же, если есть какие-то вопросы, можно их задать сейчас. Потому что как только эта катсцена кончится, у нас будет полноценный ран. И я долгое время, наверное, не смогу отвечать на вопросы. Так что, если вопросы есть, лучше их задать сейчас. Как говорила моя преподавательница по физике, вопросики, ребята, вопросики, у вас есть вопросики? Я знаю, у вас есть вопросики. Насколько эта игра популярна у раннеров? Ну, среди Far Cry это самый популярный. То есть 19 или 18 ранов принятых у этой игры. К тому же еще два рана на 100% есть. Против, наверное, 5 или 7 раннеров первого Far Cry. Ну и в остальных уже по 2, по 3 человека. Там уже совсем не считается. Вот. Ну, как бы, any процент. Альтернативную концовку в 4-м Far Cry и в 5-м мы не считаем за спидран. Я не считаю за спидран. Поэтому я их не считается. Так что из Far Cry это самая популярная, наверное, игра, ее даже возили на марафоны. Пока человека, который его возил, не забанили. Обычная популярность игры пропорциональна у раннеров. Не понял. Почему Far Cry, а не Crysis? Потому что нравится. Потому что мне нравится Far Cry. И потому что я никогда не играл в Crysis. Так, Enter, Escape, Split. Чем эта популярность обуславливается? Тем, что эта игра простая, это очень простой спидран, эта игра многим нравится, и она, как видишь, короткая. Здесь везде жмем Enter. Пропускаем шикарную музыку, я вам после рана я ее обязательно вам оставлю. Так. Окей. Доходим сюда, база данных. И смотрим время и расстояние. 58-16. То есть, ну такое бы время я и забивал на лидерборд. Так, а теперь с вашего позволения сделаем небольшой перерывчик в 2 минуты. Я включу сплиты и сделаем полный показательный ран.
Так, еще одна минута. Можете пока сходить за чаем и печеньками, если вы едите чай и печеньки в такое время. Так, начинаем раунд. Я уже печеньки, чай скушал и выпил. Ну, родной, ради тебя только начинаем. Раз ты все уже готов. Команда Pro Ali еще осталась, или все, ее уже все сжигали? Что, прости, расшифрую, я не очень понял. Что-то я вижу, Far Cry спидранком совсем молодой. Ну, отдельные раны были еще и 4, и 5 лет назад, но вообще-то комьюнити достаточно молодое. Комьюнити всего года полтора. То есть вот самый активный ран. Far Cry начал возрождаться вот в январе 2018 года появился Маккердон, он начал ранить двойку и единицу. И в августе прошлого года появился я начал ранить тройку. Golden Split, Steel Alligator, нет, Steel Alligator, он устал и ушел. Но команда осталась в принципе вся та же, там с небольшими заменами людей, но люди остались те же самые, поэтому да. Теперь с этим всем мы занимается команда Руста, как правильно, не уверен. Ой-ой-ой-ой, кран настроек. Какой кошмар. Сейчас все пофиксим. Shit happens, ребят, все. Сейчас будет. Это не я, это я так и хотел. Это так надо. Настройки тоже надо знать. Как бы, ну. Так все и задумывалось. Теперь все в порядке? У меня вроде как все в порядке. Нет, Song of the Soul. Я тебе объясняю. Steel Alligator, он как бы устал. И мы его преемники. Вот, поэтому этим всем занимаемся мы. То есть, вот. Манипуляции рандомом. Нет, в этой игре не так много рандома, как в остальных частях Far Cry. Как во всех остальных частях Far Cry. Так, теперь у меня не запустится таймер, да? Enter Escape, Enter Escape. Ну, как я объяснял, здесь это
Никого расстреливать не обязательно, это просто весело. Успеваем вертолет, потому что это просто весело, он весело врежется в бочку. Бух. Вообще он должен был врезаться в красную эту хреновину. Ладно. Спидранер все знает про чашечки. Вот мы сбили вертолет. Как только появилась контрольная точка, мы перезапускаем игру. Ну, перезапускаем, короче, с контрольной точки. И бежим. Вообще ты должен был попасть, да, Рекс? Ты у нас ветеран войны, как бы. Ай-яй-яй. Вообще вот такой ран я бы уже ресетнул, потому что, ну как бы, куда это годится? Ну ладно. Все, убиваем. Вот так вот, как я объяснял, убиваем второго персонажа, пока спамим интер. Хватаем снайперскую винтовку. Целимся вот сюда. Мы готовы. Нас не удивишь. Послушаем его робота. Отключим сигнализацию. Потому что... Так, вообще-то они должны умирать с первого выстрела в упор, но что-то они не очень хотят. И вон там у нас осталась одинокая скотина, которая не очень захотела убиваться. Задача выполнена. Черном, почему не сказали, что это Омега? Это уже не Омега. Кстати, песня Baby, Yeah Baby, это действительно отсылка на, по-моему, Чужого первого со Шварценеггером. Это ж слово. Здесь перепрыгиваем, кидаемся гранатой. Давай доберемся до места, а там разберемся. Что? А вот появилась контрольная точка, и мы теперь мы перезагружаем. То есть таким образом мы скипаем вот этот весь диалог, скипаем пробежку спайдера к нам. И ну, это все очень долго, и как бы ну его нафиг. Берем патрончики. Окей, у нас спайдер нам открывает дверь. Тебе туда. Спасибо. Валим всех ублюдков подчистую. Так, ты же умер, падай. Так, спайдер у нас решил пойти по длинному пути, да, у него есть несколько путей, какой из них он выберет, это достаточно рандомно, это зависит от того, как быстро вы здесь всех убьете и как быстро он добежит. Вот это не подгадать, это, ну, ставим сюда, потому что он любит вставать в углы, еще у меня это было всего один раз, но Вэрхолдер говорит, что такое просто постоянно. Возможно, просто ему нужно ранить русскую версию, а не английскую. И не французскую.
Ах, да. И язык в этой игре не имеет, ну, не имеет значения, как вы уже поняли. Я слышал, их еще используют. Для проверки новых боеголовок в канадских пустошах. Мы это не, пока не проверяли, но все указывает на то, что язык здесь не имеет значения от слова совсем. Потому что у нас есть раны на русском, на английском, на немецком, на французском. И, в принципе, все у всех одинаково по длине. Как бы это пошло не звучало. Кидаемся гранатами, потому что можем. Вот этих вот лучше встречать для молотова. Да, вот так вот. Кидается гранатками. Сюда кинем гранату. Применяю обратный код. Почти получилось. Ай. Сейчас вот еще здесь умирать не хватало. Так. Переживаю материнку. Еще пару секунд. И, ну, достаточно неплохо я здесь подрался сейчас. Это, конечно, не голда, но последний бой достаточно неплохо. Не так плохо, как он мог бы. Здесь вот мы под черным экраном уже начинаем двигаться, потому что мы видим и можем. Кто там у нас на светах? Всего-то плюс 39. Черт, что это было? Высылаю координаты укрытия. С чего мне вам верить? Я ненавижу слово. Ладно, там каков план? Действуйте тихо. Драконы плохо видят, но людей и киборгов едят только. Сразу начинаем прыгать, пытаемся не упасть. Я не очень уверен, что это возможно, но как бы все равно же страшно. Мой Рекс не скатывается. Здесь мы можем сделать 4 прыжка, прежде чем нам дадут побегать. Бежим, отбегаем. Все 4 бросок. Бах. Эта сволочь всегда нам мешает пройти. Дополнительные стрелы. Прыжок. Здесь надо быть аккуратнее, потому что, ну, зафейлится, как бы, ну, нафиг. Бежим вперед. Может, не можем. Вот они еще вот так вот любят разбегаться.
Это очень раздражает. Особенно когда ты не умеешь стрелять из лука совсем. Для стрелы подбегаю сюда, зажимаю и я. Троски. После освобождения бежим. Открываются дополнительные задания в зале приключений. Оправдаем. Ну. Пытаемся подойти как можно ближе к дверям и как можно дальше от банкомата взять это задание. Терминал, банкомат. Неважно. Здесь по-быстрому перебиваем солдат. Здесь есть несколько страт, как их убивать, в принципе, несколько способов. Но я использую только этот. И он, мне кажется, наиболее быстрым. Наиболее стабильным. Дальше бежим как можно ближе к базе, возвращаемся. Чтобы не тратить время на карте. Enter M. Перемещаемся. Ну, в принципе, я не беру там дополнительное что-то, потому что патроны нам дадут чуть попозже, а взрывчатка нам пока что не нужна. Патроны заканчиваются раньше, чем враги. Не забудьте заглянуть в магазин на ближайшей базе и купить все, что нужно. Ремонт. Освобождайте базы, и бегем вперед. Новым заданием и точкой мгновенного перемещения. Дополнительные задания принесут вам приспособления, оружие и патроны. Все это сделает вас. Если вы проходите игру в первый раз, я крайне рекомендую вам читать все обучения и не делать все скипы, которые делаю я сейчас, потому что ну, там очень хороший юмор. И он вам, скорее всего, зайдет. Если убегаем. Я здесь бегу чуть-чуть по-другому, как я бежал в первый раз, но это ничего страшного. В принципе, сойдет. Как там говорилось? И так сойдет. Падаем поближе к стене. Скале. Здесь прыгаем, прыгаем. А здесь я пойду по сейфовой строте, все-таки я не буду здесь выполнять прыжок на скалу. Я покажу сейфовую строту. Берем патроны, выполняем. Система охлаждения реактора выйдет из строя. Задача. Я готов взорвать эту штуку. Берем 4, и вот сейфовая строта заключается просто в обычном прохождении. Как оно и подразумевалось. Побегаем. Собачка. На собачек можно прыгать просто так. Они не убиваются. Встань. Если вот аккуратно прыгаем дальше.
закладываем взрывчатку. Забираемся. Сразу пытаемся прыгнуть на веревку, потому что, ну, там мы не сложили, и бежим туда. Сразу зажимаем ЛКМ, потому что чтобы сразу активировать автоматически. Пытаемся успеть до спауна. Да, мы успели до спауна, значит, нас не подожгут, а значит, все замечательно. Люблю, когда меня не поджигают, знаете ли. И тут мне прилетает в голову коктейль Молотова. Классно. Задача выполнена. Вы сержант Рекскотт? Доктор Дарлинг говорит, вы герой. А я не герой. Я всего лишь американский киберсолдат. Модель Марк-4. Ладно. Наслаждаемся стрелами, которые проходят сквозь металл. Или не всегда проходят. Что ж, отключим слово свет. Очень надеемся, что я убью этих двух персонажей с первого выстрела, потому что бывают прецеденты. Все. Замечательно. Они просто очень часто оборачиваются, и стрелы прилетают мимо них, и это фейлит миссию. Падай, ты умер. Находим четвертого и сразу висетим. Ну, не ресетом, в смысле, а перегружаем сюда. Берем лук. Повторяем. Лук, два убийства, повторить. Как это говорится в рецептах. Внимание, очистка от мутагенных. Берем C4. Ай-яй-яй, очень хорошо зачистил эту локацию. Даже, наверное, я бы порадовался, если бы я не запорол столько изначально. Может быть, даже это голда, ребята. А, ты уже здесь. Берем деньги, потому что вор на раннере. Что ты несешь, слово? Ты, видно, напуган тем, что в тебе гораздо больше меня. Или тем, что я не объяснил тебе причину убийства. Только извинился. Готово. Это мост генерального реактора. Контрольная точка перезапуск. В принципе, этот перезапуск можно и не делать, он не так много сейвит. Уходи. Уходи. Вот ориентируемся примерно вот эти штуки, и на них кладем мины. И одну кладем еще вот сюда, и надеемся, что мы их поставили правильно. Миниган. А, вот где. Все, он добежал. Ставим сюда. Прыгаем. Шут отключен. Находим новый дополнение. Ночи. На белом коне. Ну что, Рэнджерс в чат? Да, ребята?
Да, все-таки получилось. Сейчас я поставлю правильно. И третья лодка также отлетает. Кидаю сюда гранатами, потому что а чё они там сидят? Во-первых, это их выгоняет сюда, во-вторых, просто это их убивает. Стреляем по головам, стреляем по лодке. Ох ты ж, здрасте, ребята, как мило. Да, мы вот так вот. Это как коктейльчики. И добиваем остатки. Как раз та штука даже еще не успела отпуститься. Берем патрончики. Все дела. И вот сюда подходим. Зажимаем Е. Е. Бьем льда и реактор и собираем оставшиеся киберсердца. То есть там 5-6 нам будет достаточно. В принципе. Да. Он был настоящим героем Америки. Один удар получили. Мы ждем от базы. Бежим прямо и весело. Рекс, тебя не сильно задело импульсом? Все путем, да. Мне любые трудности по плечу. Не знаю, Рекс, но мы церемонии его чувства, ты бы мне продул. О, да, компьютерные игры? Да, Рекс, подобные игры – известный способ борьбы со стрессом. Они развивают длительные моторные функции и интеллект, не говоря о социализации и улучшении самооценки. Связь видеоигр с агрессией никак не доказана. Короче, те, кто считают игры вредными, просто мудаки. Центр хаоса, святая святая. Чат, вы пока можете рассказать, какая у вас вообще любимая часть серии? Какая самая нелюбимая? Сыграли ли вы, например, в Blue Dragon? Как вы вообще к нему относитесь? Все тоже очень интересно. То, может быть, мы даже сделаем обучалку на другие части Far Cry. Почему нет? Когда-нибудь. В далеком-далеком будущем, почему нет? Ай-яй-яй. Вот кто-то пишет, что играл как-то в Primal, и как тебе? Если по-хорошему, нужно просто было добежать наверх и добить именно из дробовика оставшийся макет. Ну ладно, я уже закидал его гранатами, ничего страшного. Первый раунд показательный. Вот здесь очень хорошо, не было никаких чопов снизу. Бах. Теряемся, находимся. Вторжение. Всему личному составу не допустить чужака к двери ведущей в питомник. Задача выполнена. Спрыгните на подуровень. Я что, самоубийца? Ай-яй-яй, не получилось. Задача. Ладно.
захватить огнемет и уничтожить кладки драконов. Тревога. Вторжение на нижний... Играл только в Primal на троечку. Ну, не знаю, на самом деле Primal достаточно самобытная игра, и она просто другая. Двойка была самой нелюбимой. Ну, как у многих, наверное. А двойка, как первый эксперимент Ubisoft, в принципе, имеет достаточно интересную механику, она детализирована, она в принципе неплоха. Золотой калаш ржавеет, ну, бывает. Может, то есть, возникает вопрос, насколько он золотой. Ай. Так. Ай-яй-яй. Все. Они, драконы сами почему-то решили добить свои же яйца. Дроки какие-то. Вот здесь. Стреляем. Ай-яй-яй-яй. Очень плохо сгорели яйца. Очень. Очень последняя хреновая была кладка. Ну, как бы ладно. Сколько можно тащиться? На кой черт такой лифт? Чтобы нервировать зрителя, тревога, приближается дракон. Это матка. Она в ярости, что сожгли ее гнездо. У вас не осталось времени, чтобы уйти на безопасное расстояние. Убиваем дракона. Стараюсь его вообще к себе не подпускать, потому что их взрывы тоже могут убить. А тут еще и бочка стоит, как бы, ну, вообще нехорошо. Угу, как всегда, я их не подпустил, ага. Очень странно, что меня не убило. Но, как бы, надо радоваться. Здесь просто ждем. Если можно запрыгнуть чуть-чуть пораньше. Какие бы вам еще было интересно, расскажите мне, чат, было бы посмотреть спидраны именно в серии Far Cry, именно, или вообще любых игр других. Ну вот это тоже очень интересно. Пока я тут еду, расстреливаю бочки, как всегда красные. Ну и достаточно. Тапку в пол и погнали.
Привет, это не Far Cry 3, это Far Cry 3 Blood Dragon. Это дополнение к игре. Far Cry 3 ты можешь увидеть на моем канале. Я его тоже ранил. Но там спидран длится 4,5 часа. Ты сможешь удержать? Бежим на центральную маяк тем временем. Стараемся оббегать эту скалу справа, потому что слева там находятся руины, слева там находятся всякие элементы ландшафта. Дополнение интересное? Да, просто охерительно. Рекомендую поиграть. Звук механики, если бы. Не буду тебя разочаровывать, это действительно механика. Верь в это. Просто верь. Тем временем у меня почему-то очень мало хп, вы не находите? Обычно больше. Ну, как бы ладно. И ты пыталась отговорить слово, так? Товарищи, как вам сейчас спидран конкретно этот? Я вот уже полтора спидрана пробежал. Как вам? Начали бы вы эту игру ранить, там потрогали бы? Может быть, она вас просто заинтересовала казуально? На 100% захотелось пройти, мало ли. Проспидранить на 100%. Здесь аккуратно манцуем между снайперами, потому что они такие еще уроды. Ай. Ладно. Респаун учить. Респаун учить, это ты о чем? Mozilla. Нужно на имя респаун учить. Я не очень понял твое сообщение. Повтори, пожалуйста. Опа. Господи. О, получилось. Прикиньте, впервые получилось. Это достойно клапы. Требую клапы в свою сторону. Обычно не получалось. Ай-яй-яй. Мне повезло, а скилл? Я попрошу. Просто я мастер. Я лучший спидра, я лучший фаркращик в Руссе. И не важно, что единственный. То, что единственный, это вообще не важно. Угу. И то, что я дорогу сейчас забыл, это тоже запланировано. Такой развлекательный элемент. Создать напряжение. Один и неповторимый. Да, 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 именно так, конечно. Нет, вы можете к нам присоединиться и тоже начать спидранить Far Cry, например. Или еще что-то. Я как бы не заставляю. Но если вдруг хочется.
Если вы не знаете, что поспидранить, например, вы можете зайти на YouTube канал Русца. Там очень много обучалок на разные игры. Там даже на стратегии, по-моему, есть. А зачем прыгать? Так часто это дает буст. Да, так быстрее. Это некое подобие распрыжки, наверное. Ну, то есть это, не, конечно, далеко не распрыжка, но да, это ускоряет персонажа. Что ждешь? Я жду таймер сверху. Видишь, у меня сверху. Сверху осталось 50 секунд. И все это время можно просто посидеть здесь. И да, вот этот момент можно отойти, например, за чаем или в туалет, если, например, очень хочется. И сюда никто не зайдет, и никто вам ничего не сделает. Вот. Пока можно просто наслаждаться замечательной музыкой в этой игре, просто охеренная музыка, я считаю. Просто... Я даже какое-то время ходил, просто слушал в наушниках саундтреки из этой игры, и мне ни разу не надоело, это очень классно. Пожалуйста, не поджигай меня. Ух ты, он меня не поджег, серьезно? Хрена себе. Это очень редко бывает, но это очень повезло. Очкарики мощно дрались. Те, что не скарлатно. Прикрыться в моем киберлабиринте. Обнаружен гравитационный лифт, поднимающий с помощью антиграфа. Что-то мне сегодня очень везет. Может пойти лотерейный билет купить, нет? Четыре киберсердца, тем временем. На, покушай. Механизм дверей лаборатории заклинило. Обнаружено слабое место драконов. Да отстань от меня, что ты пристал-то? Ну вон, я тебе кинул эту хрень, иди пожри. Как бы если сейчас еще прибежит второй дракон, это будет просто сверххреново. Потому что как бы два дракона это уже... Для того, чтобы драться с двумя драконами. Да. Ран мы не ресетом. Ран я закончу, но теперь этот ран перестал быть валентным. Валидным. Этот ран у вас не примут на спидран-коме. Потому что теперь время у вас не настоящее. Увы и ах. Но в качестве практики и в качестве просто показательного рана это нормально, я покажу, закончим. Как бы ничего страшного. Да именно вот поэтому вот эти два дракона, это достаточно мерзкая вещь, это... Нужно больше, киберсолдат! Невозможно. Тупая восьмибитная железка, к сожалению, не в состоянии... Это нелюбимое место очень многих раннеров. Не убивай меня! Невозможно. То есть вот с Маккердоном я общался, он это место не любит. С Модер Алмондом, который держит ВР, он тоже это место терпеть просто не может. Ну и я, как видите, это место очень сильно люблю. В скобочках нет. Оно сложное? Да, здесь... Оно сложное в формате этого рана. То есть само по себе оно не самое
отвратительное. Просто иногда бывает, что на тебя нападают оба дракона, а сражаться с обоими, с двумя драконами одновременно, это суициду подобно. То есть их по-хорошему нужно разделять, раскидывать киберсердца туда-обратно, чтобы их разделить и по одному их убить. Тогда все будет шикарно. Ну или они могут сами просто заспавниться в двух разных точках карты. То есть у них, насколько я понимаю, насколько я помню, достаточно рандомный ран. Фу. Рандомный спам, конечно, да. И тут уже как повезет. То есть как только я начал каркать про то, что мне повезет, вот оно и прилетело. И мы пока что добираемся вперед. Вперед и вдаль. Вперед и ввысь. Точнее, вниз. В нашем случае. Рок, я готов. Что ты знаешь об этом месте? Дверь просто так не откроешь. Это особенное место. И пробуем не просрать раненых лищ. Если верить теории солнцестояния Лакайра, можно предположить, что там находится узел силовых линий. Очередная дверь, которая пожирает стрелы. Какая смерть? Спамим Enter. Shift. Ой, господи, не получилось. Ну ладно. Если вовремя нажать Shift, как только вы заспавнитесь, и нажать V, ну W, то вы сможете бежать, и вам не надо будет так вот долго грузиться. Но поскольку мы уже умерли, уже ничего страшного. Скипы нам уже не помогут. Живущие мертвецы. А вот в этих штуках, в которых они спавнятся, иногда можно найти всякое, там типа аптечку или бронежилет, поэтому тоже иногда заходите, осматривайте. Вот здесь, я знаю, аптечка есть. Специально для меня лежит. Абсолютно ублюдское управление у этого пистолета. Я открою большой-большой секрет. Очень тяжело с него стрелять и попадать туда, куда надо. То есть для того, чтобы попасть в голову, им нужно попасть прямо совсем-совсем в голову. Вот, да, вот как я примерно попадаю сейчас, да, должен был бы попасть, но нет. Игра говорит, что я не заслужил. Сейчас только ты стримишь Far Cry. Ну,
эта игра в стриминге еще менее популярна, чем... Ну, я имею в виду серия. Еще менее популярна, нежели в спидранинге. Отстань, я больше не буду красть пироги. Все, я в кустах, отстань. Ой, вы здесь тоже, да? Я-то вас не заметил. Сейчас самое главное случайно не нажать на дублирующую кнопку, которая дублирует F1 на мышке. Потому что такое тоже было. Попади уже. Да, абсолютно отвратительно подрался сейчас я на дробовике, но... В идеале их спавны нужно учить, прямо вот учить. Но это запоминается большим количеством ранов, так что, ну, вот. Так. Я пока подойду, возьму аптечку, потому что надо. Кто-то стримит третий Far Cry, тоже спидранит. Неужели? А сейчас я не буду показывать опасность, ту, которую я показывал на обучении. Я сейчас покажу сейвовую. Бам. Вылез, пожалуйста. Что-то интересно, почему они мне... И вот здесь вот мы их пытаемся ловить на вот этой вот лестнице всех. То есть 7 выстрелов нам должно хватать на всю волну в идеале. Посмотрим, она обычно и хватает. Это... Сегодня у меня руки просто выросли немножко из другого места. Ой-ой-ой-ой. У меня еще и пушка не перезаряжена. Какой кошмар. Стреляем под ноги. Потому что взрыв... В идеале пушка должна быть перезаряжена, и стрельба под ноги их спасает. То есть вот такая вот сейфовая острота. То есть да, 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 это долго, но зато это безопасно. И зато они вас не забьют. Просто не зажмут и не забьют. Стреляем по головам, стараемся, чтобы они нас вообще не добегали. Ну, отстань. Ну, что ты делаешь? Ну, ладно, что ты, ну, жалко, что вы, ну, умри. Все, спасибо.
не, вот я думал здесь триггер, который нас останавливает, но видимо он слишком большой, не очень, не всегда получается обойти. Так что пока что это достаточно рандомный скип. Второй ранинг лично. Ладно. Наконец-то дают побегать. Взрываем ворота, как, и находясь как можно ближе к ним. Для того, чтобы успеть пробежать вот эту локацию, пока никто там не заспавнился. Как видите, здесь никого нет. И мы можем спокойно прыгать, ни на кого не падая и не убивая сверху. Сколько примерно до конца? Меньше 5 минут. 5 максимум. Да, до конца спидрана вообще, скорее всего, 3. Здесь отпускаем W, нажимаем лево, прыжок. Ну, А прыжок в моем случае. И просто летим вперед. И надеемся, что под нами не заспавнится вертолет, который убивает с первого раза. Здесь пробегаем, прыгаем через препятствие. И просто бежим уже до последней кат-сцены. Ну да, этот раунд примерно будет около 55-30, что-то в таком ключе, наверное. Менять цветника, менять ключи с помощью команды, нет, я не умею. Я знаю, как через настройки поменять. Может быть, даже это будет и 56 минут низкое. Посмотрим одним словом. Все равно этот ранг уже не валидный. Пока. Опять же, если вдруг кто-то пришел новый, у него появились вопросы. Сейчас самое время их задать. Особенно если они касаются этого спидрана. Или спидрана этой серии. Какой мировой рекорд? 45,5 минут по внутриигровому времени. Ну и по реальному времени там что-то типа 46-20, что ли. Да, команды не работают, команды работают только во время рестримов. Сейчас у нас не рестрим, сейчас наша
авторская, назовем ее, программа, которая занимается именно русским. Какие команды действуют на бота, это нужно спрашивать у модераторов. Научи меня, сэмпай, был раньше, да, но теперь примерно то же самое, но one-one speedrun. Сэмпай от one-one отличается только названием и каналом проведения. А сейчас я вам оставлю эту песню послушать. И после этого мы закончим. Всем спасибо за внимание, кто был, кто смотрел. Всем спасибо, пока.